Встреча с Еленой Чевчевадзе для Сочинского госуниверситета – мероприятие особое. Елена Николаевна – один из наиболее авторитетных российских журналистов-историков, режиссер, сценарист, общественный деятель, а еще руководитель дирекции президентских программ. Она стала партнером Сочинского госуниверситета. Было подписано соответствующее соглашение в рамках существующего в СГУ Молодежного центра духовно-нравственного развития. Это один из стратегических проектов опорного вуза региона. Очень хорошо это все вписывается в майские указы президента, в которых большое внимание уделяется проекту образования. И вот стратегической целью этого проекта как раз является формирование социально активной, духовно-нравственной личности на основе знания истории, традиций, культуры народа. Елена Чевчевадзе – автор и режиссер десятков документальных фильмов. Их задача – рассказать правдивую историю России, историю, которую многие пытаются переписать, историю, которая становится полем битвы, в том числе за умы молодых. Целый ряд документальных лент их автор сегодня подарила Сочинскому вузу. Ну а университет, в свою очередь, присвоил Чевчевадзе звание почетного профессора СГУ за вклад в просветительскую работу, за продвижение идей патриотизма. То, что мы дарим, эти диски, да, это, казалось бы, 52 минуты один фильм, а у нас уже около 70, но за ним огромная исследовательская работа, работа в архивах, в зарубежных архивах, работа с узкими специалистами. Понимаете, студентам очень важно получить уже как бы знания почти в готовом виде. Из подаренных кинолент в Сочинском госуниверситете будет сформирован фильмофонд. Уникальные ленты будут транслировать на занятиях по истории страны и на специальных мероприятиях. Ольга Десятова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.